Thank you.
Я тебе летом сколько раз спал? Да что вы говорите? Ой, то в родственники приехали. А сколько? Сколько я ездил? Ведет. Блин, ну на сваре был азарт, я помню. Да, да. Вон, у Алексея спроси, когда мы чуть не утонули. На байдарке. Ты что, это сколько? Воды из речки. Когда он запивает, он не утонул, он запивать пошел. Искателями лазил по горам там. Так запрещено. Почему запрещено? Как? Потом уже запрещено. Ну, по большому счету, там, знаешь, за всеми не уследишь. И вот реально у меня знакомая же. Это уже нарушение закона. Самородок пошел. Потом отдал там цепочку ему сделали. Да? А вот на пляже прям, вот на горный печник на пляже прям как слюда, тоненькие пластинки. У меня дочь маленькая была, горсть целую там собирала. Золото? Ну, золото, реально. И вот я принес, там знакомый, я был работал на мастерской, я очень сильно занимался. Принес на лошади, поплавил, тарелочку взял, и вот еще две такие горсти. Несешь какие-то пару граммов. А так золото получше, чем золото. Да, хочешь. Ты просто не представляешь, сколько там этой мошкары. Это ужас. Да представляешь. Представляешь. Вот Урал хорошо. Там видишь. Вот сплав. Вот знаешь, вот есть на Урале, вот мужики там делают двухнедельные сплавы. 100 километров на катамаран. То есть они все готовы. Катамаран, все. Полина. Ты только приходишь туда, вот на автобусе тебя привезли на катамаран посадили. Вот. Только полдня. Как бы большой вот комаров нету вообще в этом самом деле. На реке? На горах нету. А какого ветра?